Да, мы следили за домом. Все, давай, давай. Когда девка с собакой ушли, Толик перелез через забор и открыл мне калитку. Здрасте, это курьер, цветы вот вам привез. А как вы в калитку вошли? Так она открыта у вас. Вероника дура без рук, нет? Тихо-тихо-тихо, а то ты пьешь, шею сломаю, я умею. Если сломать первый позвонок, это повреждение продолговатого мозга. А значит, мгновенная смерть. Клянусь, это не я. Я ничего не продавала, никаких объявлений не давала, но честно, не я. Да, конечно, конечно. Все вы преступники так говорите. Нашел. Все, ну все, погнали. А с ней что будем делать? Ничего, пусть посидит. Подумает над своим поведением. Господи! Сейчас, сейчас. Будет немножко больно. Все хорошо, просто дышите. Ох ты, тварь. Я? Мошенница, это все из-за тебя. Тупая ты коза. Я пока тут 2 часа сидела, так все и поняла. Это ты объявы кидала, это ты людей кидала. Ну ничего, ты у меня сядешь, поедешь баланду жрать. Я позабочусь, чтобы Шевцов все устроил, тебе вкатают по полной. Что ты смотришь? Развязывай! Ну! Я спрятала тело в бойлерной. Потом смс-кой вызвала Носову, чтобы подозрения пали на нее. Украшения ей тоже подкинула.